27 мая около 3 часов ровно группа армянских военнослужащих совершила попытку перейти так называемую границу между Арменией и оккупированным Арцахом в направлении Карвачарского района. В итоге, 6 наших военнослужащих, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к вражеским позициям, были окружены, обезврежены и взяты в плен. Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танков военных сил Армении, сообщает Министерство обороны Азербайджана. На фото наши пленные. Отметим, что солдаты даже близко не похожи на диверсантов, которые намеренно пересекли так называемую границу с коварными целями. Вывод один, врагу нужно было взять новых пленных, он взял. МО Армении подтверждает факт пленения армянских военных. Отмечается, что армянские военнослужащие были окружены и взяты в плен Азербайджаном при выполнении инженерных работ ранним утром 27 мая в пограничной части Гигаркуникской области Республики Армения. Чтобы быть в курсе событий, подписывайся на канал Army Life.